Что, все готовы? Начинаем тогда. Тема нашего сегодняшнего вебинара – это полезные советы в пауэрлифтинге. Вот, у нас уже была тема вредные советы в пауэрлифтинге. Ну, как бы вредные советы. Есть вредные советы. Вот, нам нужны полезные, то есть, чтобы их применять. Итак, конечно же, как мы собрали для вас полезные советы, вот, которые сейчас вам буду давать, это, конечно же, из своего опыта. Вот, то есть, у меня... Тоже, получается, были какие ситуации. Первые 4 года, получается, учась в школе, я тренировался самостоятельно. Вот. Хотя был тренер, который смотрел за залом и считает, что ну, он был моим тренером, он чуть ли не воспитал меня. Вот. Он бьет себя в грудь, это нифига не так на самом деле. Вот. То есть у меня была там одна тренировка жима, другая тренировка приседа, другая тренировка тяги. Там 3 по 5 и все, и конец, вот, скажем так. Все тренировки и далее, то есть были и дальше тренера, то есть тренер, который был при моем университете, от которого я ушел, тоже там горе-тренер вообще. Мало того, что как бы бухать во время, пока твои ученики тренируются, ты там ходишь бухаешь с коптером, это уже говорит о том, что какой он тренер в первую очередь. Вот. Ну не говоря о том, что там какие планы были вообще офигенные, там 103% на 3 повторения вот из серии в приседаниях и тому подобное, ну, как бы звучит, уже звучит бредово, не говоря о том, что уже когда дело дошло до практики, я хотя бы сел их на 2 раза. Сам был удивлен, вот, это, ну, может, потому что кто-то говорит, если что-то не... Ну, ты же и Белкин, типа, может, потому что, да, потому что я Белкин, поэтому 103% на 2 повторения и встал, вот, приседе. Вот, поэтому сам сталкивался с кучей всякого шлака, то есть типа тебе там дают какие-нибудь полезные советы, вот, а ни хрена они не полезные. И поэтому, соответственно, горьким опытом и не горьким опытом, то есть до всего мы доходили, то есть до всех знаний, умений и тому подобное. Вот, то есть проверяя на себе, на спортсменах, друзьях и тому подобное. Вот, как говорит мой друг, на своих кошках все перепробовал. Так, и, конечно же, мало советов прослушать, их необходимо применять и внедрять. И адаптировать под себя, да, потому что, как говорится, всем индивидуально, и для кого-то, соответственно, что-то подходит, что-то не подходит. Я поэтому и не говорю, то, что есть такие, например, случаи, советы, да. Есть советы, которые подходят абсолютно для всех, есть советы, которые подходят, соответственно, не для всех, то есть индивидуально. Поэтому нужно их проверять. Соответственно, как на тебе оно работает. Вот. И, соответственно, я буду говорить о том, что, например, применим на таком типе антропометрии в таком случае и в каком случае неприменим. Само собой, мы успеем разобрать только одну тему сегодня, это полезные советы в пауэрлифтинге, то есть то, что мы и анонсировали. Вот. Если, например, брать наш онлайн-курс, то это лишь малый процент знаний из того, что мы даем нашим ученикам. Перед тем, как мы сейчас начнем уже нашу часть основной, вот, подготовьте, если вам нужно, ручки-листочки, либо просто делайте скрины экрана. Вот, хотя скрины экрана там, то есть для меня сейчас будут слайды опорные, соответственно, основную информацию буду говорить так, сходу. Поэтому тут как бы лучше записывать, чем делать скрины экрана. Скрины экрана особо работать не будут. Вот, и начнем мы с советов приседе. Вот, советов приседе у нас, как оказалось, чуть больше, чем в остальных упражнениях. И первый совет – это не всегда нужно стремиться сохранять колени в рамках проекции стоп. Да, то есть, как у нас все говорят, что колени не должны уходить за проекцию стопы. То есть, на самом деле, это все фигня. Вот. Не говоря о том, что там при росте, например, 2 метра и длинных рычагах у тебя может быть размер ноги там 36. Вот, то есть как-то при таком росте не уведешь колени за носки, я не знаю. Вот, поэтому нужно смотреть не на проекции стоп, а смотреть на всю композицию в целом. Вот, то есть на амплитуду в коленном суставе, на амплитуду в тазобедренном суставе, то есть и между коленом и тазобедренным, то есть ты играешь, то есть с этой амплитудой, с этими углами. Вот, то есть не обращая на проекцию или на стоп. Если ты все сделаешь правильно, все сделаешь красиво, там все нормально и получится. Вот, то есть, если где-то это, то есть, при среднем росте, там, например, там,
то размер обуви был 43, то примерно там то оно то и выйдет. То есть он останется сейчас в рамках проекции. Так что поэтому не стремитесь. То есть на всех это работать не будет. На некоторых, да, но не на всех. Где-то на половине будет работать, на половине работать не будет. То есть еще в зависимости от антропометрии. Вот, потом мы еще придем к случаю с антропометрией. Вот это к случаю с короткой голенью. Это будет чуть позже. Далее, при движении в сет акцентируйте внимание на положение корпуса. Вот, то есть не на... Кто-то говорит там, начинает движение с колени там вперед, там, начинает движение с таза назад. То есть мы должны четко, ровно опускаться вниз. То есть поэтому нам лучше контролировать положение корпуса. То есть не валиться и сохранять его более-менее вертикальным. Вот. То есть получается, акцентируясь на положение корпуса, то есть наш мозг будет сам распределять амплитуду на коленные суставы и на тазобедренные суставы. Вот. То есть если бывают случаи такие, что, например, ты сразу, ну, например, видишь, что начинаешь движение с таза назад, начинаешь складываться, то тогда лучше, конечно же, в такой ситуации как бы акцентировать внимание на коленях, то есть начинать движение с колен. Если же наоборот ситуация возникает, то есть ты приседаешь, получается, жопой к пяткам ближе, да, то есть коленями вперед, тут, конечно же, нужно акцентироваться, как раз таки пытаться больше работать тазом назад, только в таких случаях. Просто если ты, например, начал, получается, приседать, то есть учишься приседать, больше нужно акцентировать внимание на наклоне корпуса. Далее. Не прогибайте спину. Вот, то есть сохранять нейтральное положение, то есть ровное положение спины. Вот, то есть у нас есть две, да, ситуации, когда мы горбом, это и не только в тяге, относится. То есть и в присе тоже такое бывает, что спину складывает, и ты начинаешь, получается, горбом вставать вверх. И есть ситуация, когда мы, например, ну, боимся, что спину, получается, нас крутит, мы начинаем переразгибать спину. То есть создаем гиперлордоз в поясничном отделе. Бывает, что и у нас и кифоз уходит в грудном отделе. То есть вообще, получается, грудь сильно поднята вверх. То есть в такой ситуации даже бы скорее больше опасался, чем, например, того же горба в грудном отделе. Вот по той причине, что, например, у меня даже была такая ситуация. То есть я все время старался прогнуться. И со временем у меня, получается, появилось три протрузии в грудном отделе, вот, которые мне на протяжении полутора лет не давали нормально приседать. Вот, то есть мне и присед посыпался в плане результатов, и техника стала корявой, само собой, потому что из-за боли появлялась куча компенсаций. Вот, и все из-за того, что я переразгибался. То есть максимально напрягал, получается, разгибатели, никак не включая пресс в работу. И остальные стабилизаторы, то есть мышцы агонисты, разгибатели позвоночника. Вот. И, соответственно, шло ношение осанки, неравномерное давление на межпозвоночные диски и вуаля. То есть по итогу протрузия, там, благо еще не грыжа. Вот. Вовремя сделал МРТ относительно, то есть, соответственно, работал над осанкой. Качал пресс, который никогда не качал. То есть со временем все выровнялось. И вот по истечению где-то года у меня боли ушли. То есть раньше я все время на обезболивающих приседал. Вот, и тянул. И сейчас вообще ими не пользуюсь. Слава богу. Вот, потому что, как многие знают, то, что у нас обезболивающие, особенно, например, там, кетороллы там, и подобное, то есть очень негативно влияет на печень. Не говоря уже о том, что, например, какие-нибудь там диклофенаки, там всякие противовоспалительные и тому подобное. То есть у нас их больше 5 дней прокалывать нельзя, потому что бьет по желудку. Вот, то есть тоже такая же ситуация, что как бы что не пей, то все вредно для организма. Далее. Ремень должен быть комфортно затянут. То есть некоторые считают, что ремень нужно затягивать максимально жестко, то есть чем жестче затянул, тем лучше держит еще спину и предохранить тебя от грыж там и тому подобное. Запомните, что пояс от грыж не предохранит. Вот, то есть пояс нам нужен для того, чтобы создавать встречное давление в брюшном отделе, то есть тем самым сохранять брюшной отдел от грыжи. Вот, то есть не от межпозвоночной грыжи, а от брюшном отделе. Вот, поэтому
странная ситуация. То есть, напоминаю, да, то, что это у нас идет советы в приседе, то есть не в тяге. Вот, потому что сегодня написано, что тянул 70% без ремня. Напоминаю, что это пока советы идут о приседе, то есть о тяге у нас будет все отдельно. Поэтому сейчас идет речь о ремне, применяемом в приседе. Вот. Поэтому бывали случаи, что когда сильно затягивают пояс, еще и ребра ломали, вот нижние, поэтому тоже как минимум ничего хорошего. Далее также при сильном перетянутом ремне, то есть возникает куча дискомфорта, который сказывается негативно на технике. То есть ты думаешь не о том, как приседать, да, вот, или вообще, то есть в идеале как бы ни о чем не думать, само собой, но какая-то мысль именно о ремне у тебя начинает возникать. То есть как тебе больно, как тебе некомфортно, бывает, что еще давят подвздошные гребни и в ребра. Вот, то есть как ни крути, это и также еще плюс получается нарушает мышечную иннервацию. То есть тем самым, что пережимая мышцы, получается разгибатель позвоночника, те же и брюшной пресс. Вот, то есть мышцы у нас работают неэффективно. Поэтому ремень должен быть стегнут комфортно, не сильно жестко. Вот, то есть получается те же пальцы, низкопальцы должны спокойно пролезать. Вот, то есть никаких экстремальных там затягиваний быть не должно. Далее. Об опоре. То есть опора должна быть на всю стопу. Опора должна быть, сколько написано, контроль движения. То есть целью контроля движения. То есть когда мы стоим, да, занимаем стартовое положение, то есть мы не должны там больше давить на пятку, да, как некоторые говорят, там, или там на внешнюю часть стопы. То есть на внешнюю часть стопы уходит у нас нагрузка в тяге, соответственно, лишь потому, что чем шире мы ставим ноги, вот, тем вектор приложения сил у нас больше не вертикальная, а в стороны идет, и нагрузка сразу же смещается на внешнюю часть стопы, то есть на стопу чуть-чуть разворачивает. Вот, так же, как, например, при вождении автомобиля, да, при повороте влево нас уносит вправо. Вот, и, соответственно, при акценте на опору, то есть при седе вниз у нас, мы будем максимально вертикально опускаться вниз. То есть, как только вот у нас бывают такие ситуации, когда мы, например, опускаемся не вниз, например, с клевком вперед, вот, либо там еще как-то таким вот образом. То есть, любое отхождение от траектории, да, от вертикальности снаряда, то есть проекции снаряда, вот, это всегда будет идти дисбаланс на опору. То есть, перевал с пятки на носок, пятка на носок, пятка на носок, само собой. Либо там, например, ты сначала стоишь там в упоре на всю стопу, там кто-то делает, например, на пятку, начинает садиться вниз, и вот в момент вставания как раз таки это особо чувствуется, что штанга ушла на носки. Вот, поэтому если во время, то есть полной амплитуды опускания, да, то есть ты акцентируешь внимание на всю стопу, то у тебя будет, получается, прохождение снаряда, то есть четко по вертикали, то есть практически, по крайней мере, по вертикали. То есть таким образом будет легче намного контролировать эту ситуацию, чем просто там следить за завалом корпуса и тому подобное. Вот, у меня были, кстати, по поводу схемы, кстати, вот, по поводу опоры, вот, статьи, что чисто анатомически, вот, не может у нас быть опор только на пятку. То есть даже, например, логически, да, если рассуждать, то есть у нас носок, да, получается, все эти вот сгибатели-разгибатели пальцев, они нам нужны с целью стабилизации. И при ходьбе, и, соответственно, при статическом. То есть при статике, когда мы стоим. То есть когда наша штанга валится на носок, то есть мы можем икроножные там, и камбаловины доработать, да, то есть мышцами голени, и стабилизировать движение. Если мы падаем, то есть мы создаем опору на пятку, и нас еще тащит назад, да, то есть у нас нет этого вот запаса, скажем так, что еще можно уйти назад. Мы просто плюхнемся назад, и все. То есть у нас нет сзади никаких ни мышц, ни стабилизации, ничего. Вот. Поэтому нужно всегда на всю стопу опираться. И так, как я говорил чуть более ранее. Теперь по случаю с укороченной голенью. То есть что нужно делать? То есть часто у девушек в первую очередь встречается такая ситуация, что короткая голень. То есть когда у нас длина голени меньше, чем длина бедра. То есть, если, например, смотреть на человека, то есть, когда он стоит, да, фронтально, то у него колени находятся, скажем так, ниже, чем у обычного человека. Вот, то есть, что-то в такой ситуации у нас получается, что когда мы, например, пытаемся приседать, и, как правило, еще учат таким образом
что колено за проекцию стопы водить нельзя. Таз сильно уходит назад, идет сильный завал спины, соответственно, за счет того, что таз уходит назад. И получается не приседания, а какие-то гудмонинги. Вот. И еще также возникает проблема с доседом. Поэтому в таком случае я что предлагаю, то есть сделать штангу, положить повыше. То есть если она у вас лежала на остях лопатки, например, да, положить ее на трапециевидную мышцу, больше увести колени вперед, вот, то есть не прямо вообще вперед, соответственно, то есть регулировать, да, эту пропорцию между нагрузками на коленный сустав и тазобедренный сустав. Вот. И техника сразу стабилизируется. То есть не обязательно в таком случае ставить ноги в широкую стойку. Вот. То есть это тоже выход из положения, но это будет не совсем эффективно. Вот. То есть будет перерастяжение приводящих мышц. И опять же, например, если все равно, что тянуть в сумо, например, там, с глубокого подседа, то есть реально будет очень тяжело. Состояние перерастяжения мышц, то есть вот, нормально, эффективно работать. Поэтому проще положить штангу повыше и чуть больше подавать колени вперед. Далее переходим к советам в жиме. И сразу же хотелось бы узнать, что вот мы с приседом закончили по советам. Все ли вам понятно? Пишем в чате, само собой. Так. Как располагать руки на штанге? Есть вопрос. Так, да, кстати, по поводу сразу же совета, например, чем выше мы кладем штангу на трапецию, вот, тем больше у нас риск идет округления грудного отдела. Вот, поэтому при высоком положении штанги на плечах нам лучше поуже брать, то есть сузить хват, тем самым мы больше сведем лопатки и добавим жесткости в грудном отделе. То есть грудной отдел у нас будет такой более стабильный. Вот. Это если, соответственно, нам ничего не сделал, да? Например, как в случае с короткой голенью. Есть, либо положить, соответственно, штанги на ось лопаток. То есть у нас сразу же грудное отдело разгружается. То есть ему при такой ситуации более комфортно работать. Но тогда будет больше грузиться руки. Вот. И тут, опять же, тогда возникнет такая ситуация. То есть при широком хвате у нас может ломить плечи. Вот. Потому что у нас идет максимальный крутящий момент на плечевой сустав. При очень узком хвате у нас бывает дискомфорт идет на локте. Поэтому хват также должен быть, я бы сказал, максимально узкий, но в рамках комфортности. Вот, то есть, потому что это также сказывается, то есть, ну, в зависимости от мобильности в плечевом суставе, это раз, и в зависимости еще также от мышечных объемов. Вот, если, например, у кого-то банка здорова, да, то есть бицепс, соответственно, там узко взяться не получится. То есть мышечный объем будет мешать, встречать. Сейчас предплечье будет бицепс и не получится узкого хвата. Вот, поэтому все должно быть также комфортно. И далее переходим к жиму. То, что касается перекоса штанги, тоже здесь пишут, это либо ты криво взялся, либо ты сам кривой. То есть бывают такие, что у тебя такие ситуации, что у тебя компенсации. Вот, и идет, например, разворот таза, либо подъем таза. И тем самым, то есть у тебя получается наконечность укорачивается. Поэтому ты садишься там либо больше на правую ногу, либо на левую ногу, и у тебя еще идет винт в позвоночнике, и, соответственно, это будет перекос штанги, то есть из этого будет дисбаланс. То есть ты его можешь не ощущать, но на фотографиях или в видео ты ему будешь это замечать. Так, все, переходим к жиму, а то мы так будем вечно отвечать на вопросы в чате. Как я говорил, что все вопросы в конце, и пишем их в графу вопросы. Итак, первый. Это регулируйте ширину хвата с целью нивелирования мертвых точек. То есть, смотрите, какая ситуация. Был у нас вебинар, то есть по мертвым точкам в жиме лежа, то есть причины их возникновения. Вот, где было не то, что сказано, а было доказано, что и на макете, то есть и практическим путем, и теоретическим путем, то есть с точки зрения физики, анатомии и всего-всего-всего, вот, что у нас снизу выгоднее стартовать это трицепсу, то есть у нас идет в выгодном положении, ему легче работать снизу. И дожимает грудь. То есть трицепсу работать в дожиме невыгодно. Вот. Но он работает, то есть пытается это сделать, скажем так.
Вот, но эффективно дожимая грудь. То есть отсюда у нас возникает такая ситуация, что регулированием ширины хвата мы можем добиться, получается, нивелирования мертвых точек. То есть если у вас проблема со стартом, да, то есть со съемом снизу в груди, то целесообразнее будет взяться поуже, то есть сделать хват средним. Тогда срыв будет более активным. Но при таком случае, то есть чем мы делаем хват уже, тем у нас больше страдает дожим. То есть, например, при экипировочном жиме у нас хват должен быть максимально широкий. Вот, это раз. Соответственно, если у тебя проблема с дожимом, да, как правило, проблема с дожимом возникает у тех, у кого хват усредненный. То есть тогда нужно взять хват пошире. То есть искать свою золотую середину, чтобы, например, ты взял хват пошире, а у тебя потом вместо дожима там появились проблемы со срывом, да, то есть ты обменял одно на другое. Нужно что-то. Поэтому нужно что-то искать свое, вот, то есть именно свою ширину хвата, чтобы у тебя, например, там более ровно, да, все проходило, то есть срыв с дожимом. Вот, а почему так происходит, то можете либо найти какую-нибудь запись вебинара, по-любому ее выкладывали, либо покопаться в статьях у меня. Вот, далее. Стремись всегда жать с соревновательными паузами на груди. То есть не нужно жать там с отбивом, потому что все, как правило, что жмут с отбивом лишь потому, в первую очередь, потому что можно жать большие веса. Вот. Психологически, да, жать с отбивом легче и как бы приятнее. Его я там поработал сегодня, например, там с паузами бы ты делал, например, килограмм там 160, да, например, на 5 повторений, а с отбивами ты сделал там 175. И тебе, соответственно, легче от этого живется. Вот, потому что ты больше жмешь на тренировке. На самом деле, как только дело доходит до соревнований, ты жмешь там в зале 170 на 5, да, с отбивом, а на соревнованиях с паузой, пожалуйста, 180. Ну и что это за фигня получается по итогу? То есть, во-первых, когда мы жмем все время с паузами, это лучше влияет на силовой рост, само собой. Во-первых, это максимальная специфичность к соревнованиям. То есть мы же не делаем, например, присед, да? Нам нужно приседать в угол, а мы делаем, например, все время полуприседы. Ни хрена это нам никакого прогресса не даст на соревновательном приседе. То есть у нас все должно быть специфично. Если есть правило доседа, да, например, по глубине, то есть условия, то эти условия мы должны сохранять и на тренировках. То есть и там нужно садиться все время в досед. По крайней мере, стараться это делать. Так. Телефон убежал. Далее. Случаи проблем с дожимом. Вот, как я говорил, широкий хват. Уделяем внимание в тренировках больше на внимание, то есть именно грудной мышце. Вот. Так, стоп. Потом у меня тут еще идет онлайн-трансляция в Инстаграме, поэтому телефон падает, надо его поправлять, чтобы я был на связи там и там. Да, кто-то пишет, что дожим должен возникает из-за слабого трицепса. Нет, это можно легко проверить. Вот. Был у меня вебинар уже по этой теме, опять же вернусь к этому. То есть можно где-нибудь найти. По-моему, Александр Одинаев еще раз, да? Вспомним такую личность. То есть он все записывал, выкладывал. То есть этот вебинар есть. Есть с макетом. То есть как на практике это все работает, действует. Вот. То есть дожимает у нас грудь по факту. Вот. Это можно проверить на практике таким образом, просто сделав предварительное утомление. То есть сделать какие-нибудь там разводки, там бабочку и тому подобное. То есть на грудь пойти жать. Да? То есть ты пришел свежий на тренировку на жимовую, забил грудную мышцу, пошел жать. И в итоге получится такая ситуация, что у тебя срыв идет мощный, а прям в дожиме все, она прям как полом встает. Вот. Это как раз говорит о том, что в дожиме работает грудная мышца. Вот, эффективнее всего. Поэтому при проблеме с дожимом и при условии, соответственно, что у тебя уже широкий хват, да, как я говорил перед тем, что нужно регулировать хват с целью нивелирования мертвых точек. Вот, то есть нужно уделять внимание больше тренировкам большой грудной мышцы. То есть делать силовые разводки. Силовые разводки, да, они очень травмоопасны, вот, особенно для тех, кто с головой не дружит. Вот, то есть часто при разводках, например, даже была ситуация и с Сергей Викторович Иванов у нас есть такой
такая личность, то есть это старший тренер мужской сборной ФПР, вот, то есть открытой сборной. Он, получается, рвал обе грудных на разводках. То есть им просто сказал, мужик, типа, вот да ты попробуй, и вот он попробовал и оторвал, собственно говоря. Вот, поэтому упражнение очень довольно-таки небезопасное, но если делать все правильно, чувствовать и контролировать, например, рычаг силы за счет, например, того же локтевого сустава, то есть чем больше мы сгибаем, тем меньше у нас грудная мышца, то есть в случае утомления мы просто больше прижимаем локоть, то есть либо гантелю ближе к корпусу, и, соответственно, облегчаем саму работу. Далее. И также стремись создавать максимально комфортные условия для грудной мышцы. А именно это старт при стартовом положении, например, свести лопатки. Хорошо. И прогнуться. То есть получается, чем больше мы прогибаемся, сводим лопатки, тем более выгодное у нас вхождение идет. Получается, грудная мышца у нас крепится сухожилием, плечевую кость. Вот, то есть, соответственно, нам, чтобы создавать это приведение, нам нужно, получается, выгодный угол иметь. То есть, если мы будем, получается, вступит у нас соосность, да, например, сухожилие, да, грудная мышца, мы просто будем давить плечевую кость в сустав. Поэтому, чем выше мы мастимся и заводим лопатки, тем лучше приводится. У нас плечевая кость, соответственно, грудная мышца создает выгодное движение, то есть максимальная отдача с максимальным КПД. Итак, используйте завал кисти в жиме лежа. Сейчас объясню, то есть, чем это выгодно. То есть некоторые жмут вот с вертикальной кистью, да? То есть чем это чревато? То есть, во-первых, с вертикальной кистью можно жать только лишь прям при максимальном отведении в сторону. То есть если задача привести локоть к корпусу, а это правильный жим, то есть приведенным локтем, вот, то, соответственно, с прямым запястьем также это не получится. То есть, если ты будешь пытаться жать с вертикальным запястьем, то ты будешь потом испытывать боль в локтях. По той причине, что получается, когда мы завалим запястье, то еще плюс хват широкий, у нас же в предплечье две кости. Вот. Это лучевая кость и локтевая кость. Когда мы держим вертикально, у нас идет максимальная нагрузка на локтевую кость. Соответственно, мы начинаем в локте ощущать боль. То есть, когда мы кисть заваливаем, мы, получается, грубо говоря, уравниваем нагрузку на две кости. То есть эти две кости даже растут локтевой сустав. Вот. Поэтому при завале, то есть никаких проблем с локтями не будет. Вот. То есть, соответственно, у кого-то появится дискомфорт в запястье, то есть именно, как правило, здесь в сухожилиях сгибателей пальцев. Вот. Но это легко исправляется кистевым бинтом. Вот. Если кистевой бинт не помогает, значит он либо очень короткий и мягкий. Вот. Поэтому в таких ситуациях просто проще взять бинт подлиннее, не пожестче, лучше брать подлиннее, потому что чем бинт длиннее, тем легче регулировать уровень жесткости намотки. Вот. И плюс еще какая ситуация, то есть при завале кисти, то есть получается, когда кисть подзавалена, то есть мы сразу же делаем акцент на. Сейчас есть же такое, да, понятие, что мы жмем по дуге, получается. Вот, когда кисть завалена, она сразу тестирует движение на себя. То есть у нас стартовое положение, это когда штанга над проекцией плечевого сустава. То есть мы опускаем вниз и должны обратно вернуть в исходное положение. То есть завал кисти как раз вот это движение сакцентирует. Вот, поэтому это и механически лучше, и с точки зрения, ну, то есть и анатомически. Опять же, штанга должна у нас лежать на плоскости, а не на, получается, перепонки большого пальца. Вот, опять же, тоже не очень выгодно. Бывает, что еще большой, получается, большой палец, да, фаланга там, где-то в районе сустава начинает болеть. Далее. Переходим к советам в тяге. Опять же, да, по поводу жима. Все ли все поняли? Может, кто-то с этим не согласен. Можете написать в чате, что типа ты гонишь дичи туфту. Я пройду свой вебинар и расскажу лучше, как вариант. Ай, ненавижу это выражение «хват в кость». Блин, кто его придумал вообще? Вот, то есть не хват в кость, а просто, например, да, когда у нас также кисть завалена, но развернута вовнутрь. То есть что нам это дает?
То есть также при, получается, развороте, да, запястье вовнутрь, локоть к корпусу мы не приведем. То есть у нас будет дискомфорт, да, у нас будет автоматически локоть стремиться увести в сторону. То есть такой хват, как правило, используют у нас японцы. Вот. Они у нас хорошие экипировочники, то есть в плане жима лежа. Вот. И как раз это все приводит к тому, что это движение создает акцент, то есть отведение локтей в сторону. То есть мы здесь активно дожимаем грудью как раз таки. То есть это более выгодно для экипировочного жима, но, как правило, это выгодно для майки SS пошива, когда рукав перпендикулярно, то есть комфортно разводить локти в сторону. Вот, поэтому, то есть, если, например, у вас есть проблемы с дожимом в экипировке, вот, то лучше жать, соответственно, чуть-чуть подавая локти в сторону. Лучше просто сначала привести локти чуть к корпусу и по мере выжимания просто их разводить. Вот, то есть можно чуть-чуть даже, получается, прокручивая локоть. Вот. Так, едем дальше к советам в тяге. Первую очередь это о хвате, хотелось бы сказать, потому что у нас сила хвата напрямую влияет на результаты в тяге. То есть, если у тебя хват слабый, да, а сил именно тянуть дофига, что там далеко ходить, например, взять, например, Ваньку подреза, да, то есть, не знаю, там как у него с хватом, обстоят дела в плане силы хвата, говорит, что у него сила хорошая, просто летят мозоли. Сам с этим сталкивался, да, то, что с хватом проблем нет, но мозоли летят. Вот, но, как правило, это бывало у меня на около максимальных весах, а не там в процентах, ну, 80, там, 85. Вот, если брать результат, то есть он там потянет 365, хотя может тянуть там 420, да, в лямках, он там тянул, по-моему, что-то в районе того. Вот, то есть хват напрямую влияет на результаты в тяге. То есть если он у тебя сильный, ты на него не отвлекаешься, не компенсируешься, то у тебя и тяга шикарная. Вот, также, поэтому важно понимать, что техника хвата тоже есть такое понятие. Замком, в принципе, все ясно, да, то, что чем больше у нас пальцев охватывает большой палец, вот, тем замок жестче, соответственно, чем меньше, тем замок слабее. То есть, получается, одним пальцем можно держать, не знаю, я почти около 300 держал, когда мне бывало съезжал на один палец и зацепился за шов, получается, на штанах. Вот, у меня сразу палец вылез и остался один, но я держал. Вот, поэтому у меня есть, например, тоже спортсмен, у которого пухлые пальцы, и они не длинные, то есть коротковатые. И он также там берет там кое-как полтора пальцами, скажем, около того. Вот, то есть и у него хват держит, то есть там 220 надо будет тянуть, будет держать. Вот, если, соответственно, у тебя уже там пошли там веса за 300, а взяться там нормально не можешь, то, как правило, и при разнохвате, скорее всего, может возникнуть такая же ситуация. То есть из-за того, что пухлые пальцы, да, и не объемно. То есть ты нормально не обхватишь гриф, и он тебе будет просто все время уходить из пальцев. Вот, поэтому я всегда говорю то, что, например, если хват слабый, то и в замке держать не будет, в принципе. Вот, потому что бывают случаи такие, что и человек тянет в лямках, а у него штанга вылетает из рук. То есть и такие ситуации я видел. Человек тянет 300 килограмм, блин, у меня, говорит, лямки размотались. Но как они могут размотаться, по сути дела? Когда мы тянем в лямках, мы тоже должны как бы сжимать кисть, а не просто расслаблять ее полностью. С минимум компенсации, но должны. Вот. И также опять вернемся к хвату. То, что из-за хвата и неправильной техники хвата у нас, получается, рвутся бицепсы, вот, как правило, потому что у нас идет компенсация. То есть целью удержания штанги мы начинаем подтягивать локти к себе и подтягивать плечи вверх. То есть сейчас подтягивать трапециевидные мышцы. Ну, во-первых, увеличиваем амплитуду раз, делаем лишние энергозатраты 2, и, соответственно, мы получаем риск травмировать бицепс, да, надрыв, отрыв и все тому подобное. Поэтому, что хочется сказать, то что в первую очередь нет, старайтесь при слабом хвате вкручиваться, то есть получается вот таким вот образом в гриф. Во-первых, есть риск, что штанга начнет стремиться выкрутиться и сорвет мозоль, раз. Во-вторых, из-за такой ситуации у нас возникнет сразу же компенсация с бицепсом. Вот. Это два. И с плечевым поясом. Вот. И амплитуда, соответственно, у вас увеличится. Это три.
Поэтому нужно браться ровно. То есть получается у нас на одной прямой нижняя часть запястья и предплечья. Это что касается хвата. Вот. И, соответственно, мы должны минимально на нем акцентироваться. То есть, чем больше мы думаем о хвате, тем хуже мы тянем. Как хват тренировать? Тут тоже есть всяких куча в интернете можно поискать. Ну, кстати, в плане хвата там мало кто этим интересуется. Как правило, это пишут те, кто реально этим занимается. То есть, либо кто-то там гнет гвозди, там подковы и тому подобное, кто-то занимается сжатием эспандера, кто-то армлифтингом и тому подобное. Или там армрестлеры тоже бывает, также усиливают хват, потому что у них, например, нужно сгибательными пальцами также дорабатывать. Вот, поэтому в интернете, как правило, мало шлаков по усилению хвата. Вот, но в первую очередь, если хват генетически слабый, то есть много кто скажет это, из опытных спортсменов, если генетически он у тебя слабый, то сложно его реально тренировать. И даже практически невозможно. Вот. Поэтому, как правило, либо хват есть, либо его нет. Далее. Выполнение шрак или неправильная тренировка дельту ухудшит результаты в тяге. То есть, да, шраки, да, когда мы такое упражнение делаем со штангой в руках, то есть, когда мы качаем дельтовидные мышцы, у нас возникает такая... В принципе, к дельтам тоже вернемся. Сейчас пока что только о трапециевидном. Да, получается, верхняя порция трапециевидной мышцы. Получается, мы качаем ее, соответственно, объем растет, фасция у нас, получается, расходится, а гибкость, получается, у нас, ну, как принято в мышцах, сопределяется гибкостью фасций. Соответственно, чем больше они растягиваются, тем больше у нас плечи поджимается вверх. Вот. Соответственно, у нас амплитуда увеличивается. То есть, когда мы качаем среднюю дельту, да, отведением в сторону, как правило, у нас сима что вот так. То есть не в амплитуде, да, работы именно средняя дельта. То есть, например, вот такая у нас идет. А либо в лучшем случае до параллели, либо до конца. Думаю, что так максимально амплитудная работа идет. И также у нас качаются трапециевидные мышцы, и та же ситуация появляется. Поэтому бывают случаи, мне описали, и сам я это замечал. Тут только начинаешь качать среднюю дельту, качать неправильно, начинает сыпаться тяга. То есть у тебя по ощущениям, как будто тянешь с ямы. Потому что, как я уже объяснил, увеличивается амплитуда. Поэтому лучше трапециевидную мышцу вообще никак не трогать. Вот среднюю порцию, да, то есть нижнюю, та, что сводит лопатки, да, она нам нужна. Вот. А верхняя порция абсолютно. Только лишь будет мешать. Поэтому мы ее не тренируем и качаем дельты, если их качаем. Качаем правильно. То есть ограничиваем амплитуду. И без компенсации, само собой. Далее. В сумо не стремитесь максимально широко ставить ноги. Это подходит не всем. Да. Это так, потому что, во-первых, не говорю уже про рост, да, соответственно, если взять, например, двухметрового там и полутораметрового спортсмена, вот, то есть при максимально широкой постановке ног, то есть у низкого колени будет, как бы он, каким бы он ни был гибким, колени будет сводиться вовнутрь, вот, что также повысит нагрузку на коленный сустав, причем нагрузка будет неправильная. Вот, и, соответственно, выльется со временем в травму. Вот, так как у нас голень должна быть получается максимально перпендикулярна в момент срыва, то есть на стартовом положении в тяге, именно в сумо, то есть во всех проекциях. То, что касается тяги в классике, только лишь во фронтальной проекции она может быть перпендикулярна. Если смотреть в профиль, то завал голени вперед должен быть, то есть уход коленями вперед немного должен быть. Вот тут опять же также в зависимости индивидуальности, то есть чтобы с целью сохранения более вертикального корпуса. Далее. И, соответственно, почему не подходит помимо роста? Это, в первую очередь, изантропометрия. Вот. То есть, получается, при коротких рычагах, да, и длинном корпусе, и пусть у тебя будет хорошая растяжка, но при максимальной постановке ног тебе либо придется сильно глубоко подсесть, либо просто перезавалить корпус вперед, из-за того, что корпус длинный. То есть, получается, длина бедра у тебя не будет нивелировать завал корпуса. Вот, либо ты низко подсаживаешь себе плечо, уводишь над проекцию штанги, вот, либо ты, соответственно, и получается глубокий подсед, почти что там бывает, и с уровня получается реально до седа, как в приседе. Ты встаешь, бывает, даже и глубже. Вот, это у тебя будет не тяга уже, а присед со штангой в руках. Поэтому, то есть всем это не подойдет. Тут, опять же, тоже все индивидуально. Поэтому не стремитесь за максимально широкой постановкой. То есть кто-то
все гонится за амплитудой, это все фигня. Вот, амплитуду надо уменьшать за счет, вот, как я говорил, вот, а, например, там, гибкости в верхнем плечевом поясе, вот, там где-то подведение таза вперед, опять же, в зависимости от антропометрии, но не всегда. То есть максимально широкая постановка ног тебе даст именно результат в тяге. Потому что, опять же, физика, без которой нам никуда. То есть у нас весь подъем это физика, опять же. То есть чем у нас, если эта штанга давит вниз, да, у нас получается по правилам земного притяжения, то есть нагрузка штанги четко вертикально, да, вниз, перпендикулярно полу. Соответственно, мы должны встречную нагрузку создавать, также перпендикулярную ей, а не по диагонали, например, в случае завала коленей в сторону, либо там еще какую-то. Вот поэтому голень должна быть перпендикулярна максимально. Перпендикулярна полу, само собой, конечно. Далее. Далее, далее, далее. У тебя есть проблема с дотягом. Вот. Если есть проблема с дотягом, значит, ты тянешь горбом. Соответственно, не тяни горбом. Вот. Потому что были случаи, да, например, у меня вот девушка раньше выступала в пауэрлифтинге. Вот. У нее, в принципе, с техникой все было хорошо. Потому что, ну, как бы я об этом позаботился, да. Вот. И я натянул, в принципе, на уровне МСМК, да, если по альтернативе смотреть. Вот после соревнований пошла в раздевалку, то есть переодеваться, и там стали девушки, кто выступал там в ее потоке, обсуждать, типа, ой, блин, у меня проблемы с дотягом, что как решать, вы тоже там тянете сплинтов, и вам не помогает там еще что-то. Она уже просто не вытерпела, сказала, говорит, да какая нахрен тяга сплинтов, говорит, вы, говорит, все тянете, говорит, горбом. Говорит, просто, говорит, работайте над техникой, и все. Вот, то есть, слушает умных людей, да, как бы, живет с умным человеком, и знаешь, правильно, наверное, сказать. Вот, то есть проблем с дотягом лишь только в том случае, когда ты тянешь горбом. То есть у тебя получается мышцы разгибатели позвоночника, они находятся в перетянутом состоянии. Поэтому на больших весах ты в дотяге зависаешь. Но зато у тебя появляется активный срыв. Вот, потому что ты снимаешь натяжку с мышц у задней поверхности бедра и ягодиц, и она у тебя работает в комфортной для себя амплитуде. То есть степень амплитуде степени пересокращения, перерастяжения. Вот. Поэтому при ровной спине, да, когда у нас спина ровная, мертвая точка, это будет срыв всегда. Вот. Поэтому, когда срыв мертвый, то есть ты начинаешь округлять спину, это говорит в первую очередь о том, что у тебя слабые ноги. То есть ты не можешь снизу снимать ногами. Вот. Поэтому надо уделять, соответственно, тренировке ног. Также гибкости приводящих и силе приводящих мышц. И, соответственно, не лезть на веса, а работать с усредненными весами, да, то есть работать над техникой. То есть пока это для тебя не станет привычным. И далее, если проблема со стартовым положением по причине гибкости, то есть бывает такая ситуация, да, то, что, ну, вроде антропометрия все выгодная, прям рычаги длинные, корпус короткий, вот была бы только гибкость, я бы тянул идеально, да. То есть что можно в такой случай сделать? То есть пока ты тянешься, да, то есть сейчас развиваешь гибкость, ты ставишь штангу на плинты, то есть ровно на такую высоту, то есть при которой твоя гибкость позволит занимать комфортное, то есть и правильное стартовое положение. И, соответственно, по мере развития гибкости высота плинта будет уменьшаться. То есть вы можете сами, да, попробовать то, что, да, все, в принципе, сами знают, кто тянули с плинтов, что когда тянешь с плинтов, прям углы все красиво и встается, и смотрится, и тянется. Вот. Поэтому в случае с отсутствием гибкости лучше пока что пользоваться временно плинтами и постепенно, еще раз, да, повторюсь, что постепенно с совершенствованием гибкости высота плинта у нас будет увеличиваться. Вот. Так, если народ, у вас пропадает видео либо звук, просто нужно перезагрузить браузер свой. Вот. Потому что если это у всех, то все бы уже в чате написали, что все пропало видео. То есть, если хотя бы один пишет, что все норм, значит, это проблема у вас. Так, дальше. По тренировочному процессу хотелось бы просто вот одно чисто рассказать. Это про дозирование нагрузок. Вот, то есть, то, что можно сказать быстро. На удивление, вы, наверное, подумаете, почему так быстро, а как же там учитывается, там подсчитывается сейчас калькуляторы, проценты, не проценты и тому подобное. То есть, по тренировочному процессу, как дозировать нагрузки, это самое важное. Вот, поэтому сейчас секундочку я дорасскажу.
Я дорасскажу, что мы делаем. Сейчас у нас Инстаграм погрузится, секундочку, прошу прощения. Ага, все, вуаля, еще раз всем привет. Для тех, кто в Инстаграме. Смотрите, то есть все тренируются у нас по процентам, да, как правило, у нас принято, то есть проценты, проценты, проценты. То есть проценты, ты посчитал от разового максимума. Например, ты сегодня представь 220, там 5 по 5. Вот. Но все проценты, они работают у нас в первую очередь, да не в первую очередь, и в последнюю очередь, на тех, кто у нас вот прям чисто спортсмены, кроме спортом больше ничем не занимается. То есть либо ты спортсмен, ты сидящих на сборах, да, то есть процентовка это под идеального спортсмена, под идеальные условия. То есть когда у тебя каждый день все одно и то же, да. Сон, тренировка, еда и все, да, то есть у тебя нет никаких обстоятельств там семейных, рабочих, нет такого, что там не доел, не доспал и все тому подобное. То есть на этих спортсменах, да, процентовка будет работать и работать будет хорошо. А на нас, обычных смертных, вот, те, кто, соответственно, работает, тренируется, у кого семья, дети, тем более и тому подобное, вот, то есть с процентовкой будет беда, да, если, например, у тебя по плану приседать 225 по 5, и ты пришел, там, у тебя, блин, ребенок всю ночь не спал, орал, ты не выспался, а потом пришел на работу, тебе там начальник еще там кучу дел понавесил, и там просто какой-нибудь конфликт там, например, да, то есть ты эмоционально тоже подавлен. На этой почве, например, также и не было времени, и то, что был расстроен, не ел, не пил, и приходишь в зал, да, а тебе надо делать 220, там, 5 по 5. Ну и как оно обычно получается, да, то, что в лучшем случае ты сделал один подход 5 по 5, остальные не отработал. Но, как правило, ты там максимум 200 сделал, и все, то есть дальше не идет. То есть это говорит о том, что процентовка не работает. Вот, то есть как нужно делать? Делать нужно по самочувствию. То есть получается, если у тебя, например, цель, да, присесть 220, ты начинаешь с того веса, который ты сделаешь 100%, да, например, при любом раскладе, при любой погоде, при любом здоровье. Это, например, 190. То есть ты начинаешь со 190, первый подход, и он будет считаться рабочим. Далее, если все хорошо, добавляешь 200. Далее, если все хорошо, 210. Все хорошо, 220. Если 20 отработал отлично, например, или уже на пределе, то ты откатываешься обратно, да, либо на 10, либо на 200 можешь откатиться. То есть вот у тебя, например, 5 подходов получается. Вот, чтобы не нивелировать, например, общий тоннаж, да, если ты, например, делал 225 по 5, мы сделаем еще шестой подход на 200. И общий тоннаж у тебя получается по объему получится тот же самый. Вот, то есть чего мы добились? Во-первых, мы, например, сделали план, да, который мы, например, планировали, там 220. То есть и с хорошим настроением ушли из тренировки, несмотря на то, что там мы были скандалы, там, как я говорил, да, например, с начальником, там проблемы в семье и тому подобное. Вот это раз, ЦНС не перегрузили, два. И третье, соответственно, мы сделали нужный нам объем. Вот. Поэтому вот это пишет, я дотренировался по процентовке, и в итоге при фиговом состоянии полез на плановые веса и травмировался жестко. Ну вот о чем я как раз и говорю. Это в лучшем случае, да, если ты просто не выполнил. А риск травмироваться вообще запросто. То есть у тебя повышается максимально. Вот, поэтому лучше всегда работать по самочувствию и работать просто именно пирамидально, да, в горочку. Поднялся, спустился или просто поднимаешься, поднимаешься, поднимаешься. Вверх. Это вот самый лучший, реально, как бы, лайфхак, скажем так, от меня. Вот, это самый удобный расклад. И при такой тренировке реально приятнее работать. То есть ты не сделал первый подход, уже, блин, весь выжил из себя все, уже думаешь, блядь, а мне же еще 4 подхода приседать. Как, блин, а я там четвертый, пятый, там на зубах уже вставал там. Вот, поэтому лучше делать так, как я предлагаю. Бывают такие ситуации, да, когда у нас идет мышечный дисбаланс, из-за мышечного дисбаланса у нас идет перекосы, да. То есть, как я говорил, например, укорочение конечности, подъем таза, там, либо подворот таза. Сейчас радиальный. С радиальное смещение. Вот, то есть не нужно такие ситуации забивать. То есть у меня вот такая ситуация была, и сейчас она у меня опять снова появилась, я поэтому опять пойду сейчас на прием к остеопату-мануалу, у которого мне эту компенсацию будет опять убирать. Вот, то есть я на протяжении долгих лет приседал, то есть со смещением на правую ногу. То есть, и причем, ну, сами, да, знаете, то, что приседал, в принципе, немало. Вот, ФПР у меня вообще были рекорды России, там 418 в экипировке. Вот, так, люди, звук слышно нормально? Кто-то написал, что со звуком проблема. А, все, отлично. Идем дальше. Вот. И со временем, то есть во что это все вылилось?
вылилось в травму, соответственно, правого колена. То есть на ту ногу, на которую садился, нагрузка смещалась больше, соответственно, коленный сустав перегружался. Вот. Поэтому, если мы это замечаем, нужно на это забивать. То есть ты думаешь, что да я не так, все нормально приседается и типа, пошло все нафиг. Вот. То есть со временем это выльется в травму. Поэтому нужно сразу идти к кинезиологу, мануальщику или там, остеопату. То есть реально только к нормальному специалисту, не который там, где начнет там, позвонки прохрустывать и тому подобное. Который реально уберет компенсации и выровняет все. Вот. То есть с целью потом не получить травму, само собой. То есть на это надо обращать внимание. Это очень важно. Хотя бы только лишь вот меня послушайте и не делайте моих ошибок. Потому что я уже очень поздно. Как бы я это замечал, но мне потом сказали, за чего это было. Я как бы, блин, думаю, вот я реально дурак. То есть я как бы знал об этом, но так как понимал, что я так много приседаю, то есть да и хер с ним. То есть это компенсация для меня необходимая. То есть я за счет этого как бы много и встаю. Вот. А по итоге сейчас колено болит, болело. Вот. И вообще нисколько не встаешь. Да из кровати еле встаешь, блин. Вот. Поэтому, что хотелось бы сказать в конце, это проверяйте всю информацию, то есть на практике, и применяйте. То есть, если это вам подходит, то есть, если это у вас применимо, да, например, с тем же завалом кисти, да, если у вас не широкая. То есть, если вы локти в стороны разводите, а приводите к корпусу ближе, то, например, завалом кисти, это будет на вас работать. Если вы жмете так, то, соответственно, завал кисти, вот, как это кто-то там сказал, там, хват в кость, он будет более применим. Итак, что касается IPF, данный вопрос скажу, не знаю, я сейчас этот вернули обратно правило, что после альтернативы, получается, опять нужно год делать отдых и потом выступать в IPF. Меня этот нюанс не устраивает, поэтому хотя бы только поэтому я туда лезть не хочу. Вот. Тут как бы реально там мотивацию уже из пальца высасываешь, да? Чтобы куда-то готовиться, тренироваться. А ФПР, как там, у меня мотивации, в принципе, нет. Чисто туда идти, только ФПР выступать. Пусть сами выступают. Вот, мне это, когда я помню, выступал в ФПР, у меня, блин, все время не было ни денег, ничего. А те, что деньги были, все уходили туда. То есть, например, я сделаю просто лирическое отступление, да? То есть, когда у меня была дисквалификация на предвыездном контроле перед Финляндией, вот, то есть на Финляндию я потратил деньги на билеты свои, на этот контроль, на котором я залетел, потратил бабки. Оплатил проживание уже заранее, вот, потому что ну, по правилам нужно заранее оплачивать там за 2-3 недели. И что там, на что еще деньги потратил-то? Да, в принципе, этого и так хватает. Вот, и по итогу что? У меня залет, все бабки, соответственно, что я потратил, просто в никуда. Это раз. И во-вторых, еще мне штраф надо будет платить. Нужно было платить за себя и за тренера. Вот и все. А что я получил от ФПР? А ничего. В принципе. В плане финансов. Поэтому, ну, как бы я ничего плохого про ФПР не говорю в том плане, что, например, там деньги-то, само собой, то есть откуда им-то, в принципе, их брать. Да, получается, тут дело в государстве. В принципе, то есть, если нас как-то особо государство не поддерживает, не олимпийский виды спорта. Вот тут федерация как бы ничего и не сделает его. Вот кто-то пишет, ФПР не очень, но ФПР не очень. Вот, то есть там конкуренция хорошая. То есть, если, например, брать альтернативу, то тут уже конкуренция практически исчерпана. А ФПР там есть с кем бодаться. Вот, именно, особенно в экипировке. Конкурентов, он там, блин, сейчас три хохла и все, блин, рекордсмены мира. Вот, поэтому там в плане конкуренции было бы очень интересно. И теперь далее у нас идут вопросы. Вот, а точнее ответы на ваши вопросы, которые у нас накопились в графе вопросы. Сейчас я их открою. Вот, и поехали, да, первый вопрос. Как сильно разворачивать носки в тяге сумо? Вот, вообще, как бы по логике, да? Так, лучше-ка я их сейчас выведу всех. Сейчас, секундочку. Окей. Так, по поводу, сейчас пока у меня грузится
Excel, потому что сейчас все вопросы будут там, потому что вопросы, когда обновляются, все съезжает, и я не могу их уже читать. Чтобы сейчас не тупить, не тратить время, перелистывать их обратно, искать, вот, я сейчас открою в Excel и буду их, соответственно, оглашать. Вот. Итак, насколько нам нужно разворачивать стопы? То есть оптимальнее всего их разворачивать на 45 градусов, то есть с целью максимальной устойчивости. Да? То есть если разведем мы их уже, то никакого сумо, в принципе, не получится, потому что у нас колено и голеностоп должны работать в одной плоскости. Вот, соответственно, по логике оно и получается, что насколько мы разворачиваем стопу ровно, настолько, соответственно, мы разводим колени в стороны. Вот, то есть с целью сонаправленности, да, бедра и стопы. Вот, но если мы, например, подводим таз максимально, да, то есть у нас хорошая гибкость, мы подводим максимально к штанге, вот, то есть у нас там разворот уже получится бедра, да, если одного брать, то есть уже там не на 45 градусов, а больше. Вот, там градусов там на 60, там 70 и тому подобное. Вот, то, как говорит нам логика, да, нужно развернуть стопу еще больше. Но тогда мы потеряем устойчивость. Поэтому ничего страшного, если мы оставим разворот там 40-45 градусов. Причем нет, лучше не 40, чтобы вас не запутать. То есть получается от, ну, получается вертикаль, да? То есть когда стоп параллельно друг другу, это 0 градусов, и от нее пошли градусы, да? Считаться там 45, там 50, 60 и тому подобное. Вот, поэтому от 45 там до 50, да, например, там 50-55. Вот, то есть сейчас плюс-минус 45, чтобы было прям более понятно. Вот, то есть шире разводить будет меньше устойчивость. Бывает, когда, тем более в сумо при широкой постановке и, например, при правильной технике, а особенно при кривом помосте, да, как я все время выступаю на ВРП, блин, все время с помостом не везет. Блин, какая-то не судьба, только успеваю травму там собирать. Что не старт, то травма. Вот, то есть на таком помосте приходится балансировать. То есть на стабилизацию это, то есть за стабилизацию, да, у нас отвечает икроножная мышца. То есть у нас должен быть запас разворота, чтобы стабилизировать движение в случае, если нас потащит вперед. Вот, то есть чтобы мы могли сработать мышцами голени и создать противовес. Вот, если у нас будет сильно стопа развернута, то в принципе противовес мы не создадим. Вот, и да и вообще, в принципе, болтать будет наверху. Вот. Поэтому ничего страшного, если будет у нас, получается, стопа, например, на 45 градусов, а бедро чуть побольше. То есть этот небольшой люфт в голеностопе, в принципе, ни к чему не приведет. Вот. Поэтому еще раз ответ. То есть 45 градусов плюс-минус разворот стопы. Когда следующий набор на обучение? Уже идет этот набор. Обучение у нас стартует, да уже вот-вот скоро стартует, 12-го. 19 марта стартует у нас обучение. Следующее. Так, что лучше использовать из спортпита? Из спортпита лучше использовать протеин гинер сразу отпадает, потому что белковую норму, норму углеводов мы спокойно можем получать из пищи более чем в достатке. Вот, поэтому, опять же, да, то есть он у нас отпадает, остается у нас креатин, вот, который нам необходим в силовых, скоростно-силовых видах спорта, остается у нас БЦА, вот, и вообще аминокислоты, и что там, например, еще у нас может быть из полезного, ну, там, например, глютамин и там витаминно-минеральный комплекс, да, там с целью повышения иммунитета, потому что на чем получается ближе к соревнованиям, да, тем слабже у нас иммунитет. Получается, мы уже сейчас работаем на весах, организм, скажем так, относительно на износе, вот, и, соответственно, иммунитет хромает. Что знаю про бинты Пионер? Говорят, что Пионер это, получается, АПТ же фирму закрыли, и вот типа создали, то есть тот чувак, который один из учредителей создал фирму эту Пионер, то есть это те же АПТ бинты. Вот. Что про БЦА-дочи скажу? В принципе, ну, когда я пил, они рабочие. Реально. То есть, если сравнить, например, с другими российскими брендами, их даже не чувствуешь. Вот дочерские БЦА чувствуешь. Вот. Но по вкусу там, да и по вкусу, в принципе, нормально. Там легкий привкус БЦА есть, потому что правильно он должен быть, если это реальный БЦА. Вот. Если
привкуса БЦА нет, значит, там ни хрена не БЦА. Вот типа как амино X, например, да, там они реально как какой-то, блин, инвайт пьешь. Вот, собственно, я так же, как он так же и работает, да, как инвайт, то есть вообще никак. Вот, там язык покраснел, посинел, там в зависимости от вкуса, да, цветовых ароматизаторов. И все. Так, как сильно разворачивать носки в тяге? Да, уже ответил. Сейчас обратно вернем. Так. Подскажи, пожалуйста, упражнение для того, чтобы научиться работать ногами в тяге сумо, а не прогибать поясницу. Прогибать поясницу или округлять поясницу? Вот, когда спина прогибается, то есть сильно прогибается, это не потому, что ноги слабые, а потому, что у тебя просто страх округлить спину, вот, и ты начинаешь ее прям перепрогибать. Вот. И опять же, это ни к чему хорошему не приводит. То есть это новая компенсация. Либо это, как правило, еще из-за нарушения осанки. То есть если у тебя просто изначально гиперлордоз, да, вот у девушек часто бывает. Вот. То есть все тянут с перепрогибом в пояснице. Вот. Чтобы ноги усилить, надо, соответственно, делать присед. Вот. Без приседа тяги не будет. Скажи по пациентам для тяги, также по количеству подходов и повторений. Тут, блин, тут вопрос не очень объективен, потому что, опять же, то, что говорил про проценты не считаю, работаю по самочувствию, то есть так примерно прикинуть, то тут опять же, в зависимости от периода подготовки, то есть когда, что там, чем ближе к старту, тем у меня вообще синглы начинаются. Вот, поэтому надо более конкретно задать вопрос, в какой период и тому подобное. Так, скажи, пожалуйста, если сливаешь пару килограмм перед взвешиванием, как не потерять в силовых, типа там бедрончики, еще как? По поводу сгонки веса. Сгонка веса должна быть, чем быстрее ты согнал, тем лучше. То есть, чем дольше ты гоняешь вес, да, там, начинаешь там плавно урезать там себе углевод, да, там, типа, стараешься делать все правильно, там, по науке. Вот, в итоге все приводит к чему? Что чем плавнее ты все это делаешь, организм все это всегда реагирует это как стресс. Вот. И, как правило, что возникает? Либо вес встает, да, он просто начинает, то есть понимает, что у тебя дефицит в калориях, вот, и он начинает с целью сохранения энергии накапливать все в жирах. Вот. То есть просто, ну, в твоем случае не накапливать, а просто сохранять жировую клетчатку, вот, с целью сохранения, да, например, энергии. И вот, то есть у тебя вес не идет. То есть бывает такое, вес сначала идет вниз, потом херак встал, ты не ешь, он все равно стоит. То есть потому что нужно скидывать моментально, быстро. Там лучше сутки не поесть, не попить, взвеситься, пройти взвешивание, там, если, например, альтернатива, да, потом спокойно набрать обратно, да, там попить, например, тоже там какой-нибудь Powerade, то, что там с витаминами, минералами и солями. Вот, либо тот же Регидрон, также с целью восполнить водосолевой баланс. И, соответственно, конечно же, никто обычную еду не отменял. Вот. И более чем восполняется, то есть даже с запасом, то есть суперкомпенсация происходит. И если, например, ты выступаешь в ФПР, и у тебя за 2 часа взвешено до выхода на помост, вот тут 2 килограмма нужно, в принципе, тоже постараться сбросить относительно быстро. Вот, как правило, там из-за там, не знаю, мандража, то есть и тому подобное. Вот. Бывает, двушка даже так слетает. Просто за ночь. Вот. И такое бывало даже у меня. Вот, особенно на ранних стадиях обучения. Ой, обучения. Выступлений. Вот. У меня был первый чемпионат мира, когда в Польше. Вот. У меня за ночь сгорело кило 800. Вот. Хотя я как бы рассчитывал, что у меня сгорит, ну, где-то, ну, килограммчик максимум. Вот. То есть я лег спать с весом 94, а проснулся 92-200. Вот и все. И потом у меня вес нифига не набирался, потому что к старту все больше и больше приближался по времени, и, соответственно, страха становилось все больше и больше. Итак, как заходить в мост в жиме лежа? Как увеличить мост в жиме лежа? Увеличить мост? Ну, всякими растяжками, мостики элементарно. Кстати, вот, по поводу увеличения моста гибкости в плечевом поясе, у японцев есть уже, у японских жимовиков хорошие видюшки.
Вот, полезно. Они сразу поняли, что нужно тянуть малогрудную мышцу, и они показывают, как ее тянуть. Можно. Как заходить в мост на жимлёжа лежа? Лучше сначала вставать на лопатки, то есть вставая над ногами на скамью, потом упираешься лопатками, заводишь лопатки, соответственно. То есть заправляешь плечи назад. Вот, и потом начинаешь опускать ноги. То есть при такой технике мощения больше прогибается именно грудной отдел. Когда ты просто пытаешься прокатиться, прогнуться, то есть в спине, да, то начинаешь упираться ногами, у тебя больше поясница подворачивается. Вот, то есть это как бы неправильно. Поэтому лучше сначала вставать на лопатки, ногами на скамью и, соответственно, мастить уже в таком режиме. Ну, вот как у меня, например. Вот. Так. Как не проваливать мост на жиме? Держать мост, то есть максимально упираться ногами. То есть у нас мост держится, это, соответственно, за счет соприкосновения, то есть трения с лавкой, да, соответственно, лопаток или там плеч. Вот. И, соответственно, следующая у нас опора – это ноги. То есть не на таз опираемся, таз у нас это просто точка соприкосновения, то есть по правилам, да, должна быть. Вот. Мост у нас держится на лопатках и ногах. Соответственно, нужно на ногах держать мост, раз, и, соответственно, не бросать штангу на грудь, да, или не вдавливать, потому что при удавливании в грудь у нас начинает мост рассыпаться. Вот, поэтому удаливать грудь надо тоже уметь, в принципе. А при жиме хват закрыт должен быть. Короткий вопрос, короткий ответ. Тяну хватом замок. На около максимальных весах 80-85% на подушечке большого пальца около сустава второй фаланги. Я понял. Постоянно появляется глубокий надрыв кожи. Я понял, да. А что я делаю не так? Подскажи, пожалуйста. Это самая как бы распространенная фигня на самом деле. Вот. То есть, если у тебя... Это, как правило, вообще рвутся мозоли при двух причинах. То есть, повышенное потовыделение вот на ладонях, потому что чем кожа более влажна, тем она больше подвержена срыву. Вторая ситуация – это отечность пальцев. Вот. Вообще, то есть, ну, соответственно, и ладони в целом. Вот, если ты берешься в замок, и у тебя потовыделение, да, например, ты нормально там магнезией не воспользовался, вот, как правило, сухая магнезия при потовыделении особо не помогает. Вот жидкая магнезия, она хорошо, она получается на спирту, и она частично блокирует потовое железо. Прям подсушит очень хорошо ладонь. Поэтому лучше ей пользоваться, и прям вот в этих местах прям плотно нужно втирать магнезию, чтобы она здесь была, чтобы кожа была здесь сухая. Вот. И, соответственно, это еще говорит о том, что если здесь срывает, то что не очень плотно получается зажат палец. Вот. Либо есть, получается, люфт небольшой, да, ты, получается, штангу припускаешь немного. То есть можно было бы еще дальше палец протолкнуть и жестче захватить. Вот. Либо люфт есть, либо, соответственно, потовыделение, либо отечность. Вот. Но это реально как бы это единственный косяк в замке, то что если рвется, то рвется здесь. Вот. Еще бывает на мизинцах у кого-то рвется. На мизинцах вообще рваться не должно, потому что туда, в принципе, нагрузка приходить не должна. А вот те, кто пытается еще мизинцем зажимать, вот у тех, да, рвется. Итак, дальше. Подскажу упражнение для тренировки срыва штанги лежа. Дожим хороший, сила есть, но срыв слабый. Ну, так всегда будет анатомически. Просто попробовать хват сделать поуже. Тогда срыв появится. То, что я уже сказал в полезных советах. Пытаюсь тянуть четко. Ну и на трицепсом работать. Он у нас в срыве хорошо участвует. Пытаюсь тянуть четко, но проблемы со срывом. Приседать мне получается. Да, то есть получается присед нужен в первую очередь для срыва. То есть чем ноги у нас будет сильнее, и причем должна становиться сильнее задняя поверхность бедра и ягодицы. Вот, то есть это ключевой момент в тяге. Вот, поэтому нужно приседать. Вот, приседать не с высоким положением штанги на плечах, да, то есть, соответственно, с большим наклоном корпуса. То есть, соответственно, с положением там на остях лопаток, что-то тому подобное. Вот, это раз. Во-вторых,
мертвая точка в стриле будет всегда. То есть, если ты тянешь реально четко, как ты пишешь, вот, то есть спина ровная, все выставлено как надо, то всегда срыв будет мертвый, потому что, во-первых, штанга статична, то есть ей нужно придать ускорение. Вот, это раз. И, во-вторых, тебе нужно придать ускорение, при том, что у тебя мышцы в состоянии перерастяжения, да, особенно приводящие мышцы. Вот. Поэтому, соответственно, когда мы спину округляем, натяжка задней поверхности бедра спадает, и, соответственно, срыв появляется. Вот. Но также появляется проблема с затягиванием. То есть поэтому с ровной спиной у нас срыв будет всегда самый мертвый. По поводу растяжки мышц. Должна ли она быть активной в дни силовых тренировок? Как влияет кардио на силовые показатели? Кстати, по поводу кардио силовые показатели влияют. Тут надо, блин, делать исследования практически в первую очередь. Вот. Оно больше может влиять на восстановление, в зависимости еще от того, как ты это кардио делаешь. Если там просто какая-нибудь ходьба, там, в течение там, часа, это что же тоже кардио. И, то есть на сердечно-сосудистую систему положительно, в принципе, влияет. Вот. И, соответственно, нет такого утомления. Все, что просто погулял, там, да, например, по городу, там, где-нибудь по Питеру, часочек. Вот, если ты там активно начинаешь усираться, там всякие там велотренажеры, там на скорость, там летом триатлон уже там начинается, там беготня и тому подобное, то это скажется на, соответственно, на мышечном утомлении будет и, соответственно, скажется на восстановление. А без восстановления не будет никакого роста, соответственно, результата. То есть, соответственно, если делать, то делать его, как я сказал, там, где просто больше ходить, вот, меньше ездить там на машине и там на общественном транспорте. Вот. Либо еще можно, кстати, плавание в качестве кардио также. И в качестве восстановления тоже неплохо работает. По поводу растяжки мышц. А вот. Должна ли быть активной? То есть, насколько активная? Вопрос активный непонятно. Просто есть активная растяжка, есть пассивная. Активная встреча, пассивная встреча. Вот, а походу не поэтому. Активная, это значит, наверное, как часто. Видимо, должна применяться. Тут в зависимости от того, что нужно. Вот, то есть должна делаться после тренировок. То есть, соответственно, после растяжки у тебя должен быть период, например, там день отдыха, да, перед тренировкой. Вот. Делать только после тренировки, перед тренировкой, если делать, то такую легенькую в качестве там разогрева. Вот. Если у тебя цель сохранить гибкость, то хватит более чем раза в неделю. Если с целью развития гибкости, то нужно там 2-3 раза в неделю тянуться. Как перестать бояться большого веса? А не знаю, нафига вообще вы боитесь большого веса. Если на большой вес выходишь, значит, у тебя, получается, растут результаты. Ты должен радоваться, что ты прогрессируешь, а не бояться. А не бояться своего прогресса. Последуйте хорошего врача, остеопата-мануальщика. Ну, в Москве есть такой человек. В Питере кинезиолог есть. Есть в Хабаровске, Польша. Так в каждом городе-то я не знаю. Ну вот. Считаете ли калории БЖУ? Нет, не считаю. В какой федерации лучше начать выступать? Да на самом деле, по идее, как бы в любой федерации лучше начать выступать. Тут в зависимости от твоих целей. Если ты хочешь стать чемпионом мира, иди в ФПР. Потому что если ты хочешь стать чемпионом мира просто потому, что в альтернативе там меньше народу, и там твой сосед через год им стал, вот, так не прокатит на самом деле. Потому что чемпион мира в альтернативе – это нихрена не чемпион мира. Это так, просто фигня на грамоту на самом деле. Я могу сам создать свою федерацию, назвать там Олимпийские игры, соревнования, и что, мы будем там олимпийских чемпионов, что ли, награждать? Да хрен там. Вот, это полная фигня. Поэтому настоящий чемпион мира – это ФПР. Вот. Хочешь быть чемпионом мира, чемпионом Европы, чемпионом России – пизды ФПР. Вот, если ты хочешь стать… Если тебе просто там показывать результаты, соответственно, ну, иначе нафига ты тренируешься, да, например, вот. С целью, например, реализации там результатов, которые ты стремишься показать на тренировках. Тут для этого подойдут, в принципе, любые соревнования. Вот тут ты просто выбираешь, где там лучше, красивее организации и тому подобное, там красивый баннер, чтобы фотки были красивые там, во время соревнований, еще что-то. Вот, там, где гриф помягче, натяги на приседе пожестче,
вот, где там судьи отрыв жопы считают и тому подобное. Вот. Тут как бы решать тебе, то есть в зависимости от твоих предпочтений. Почему пауэрлифтинг не олимпийский вид спорта? Ну, это вопрос не ко мне. Ну, лично вот мое мнение, почему его еще не включили в олимпийский вид спорта, хотя бы лишь только потому, что туда пытаются пропихнуть именно экипировочный пауэрлифтинг. А экипировочный пауэрлифтинг припихают с целью коммерции. Вот, потому что компании, соответственно, производящие экипировку, платят ежегодные взносы федерацию, соответственно, чтобы их экипировка допускалась к соревнованиям. То есть, если будет олимпийским без экипировочной, да, там, например, ну, в принципе, нудисты будут выступать, то федерация никакого бабла с этого иметь не будет. Вот. Да и, в принципе, мне кажется, если это станет олимпийским видом спорта, например, да, там, кто сейчас президент федерации Гастон Параш, да вы, скорее всего, нахер пошлют и станет там кто-нибудь вообще за другой во главе. Потому что, ну, в любом олимпийском виде спорта уже у людей есть интерес, да, то есть, например, быть президентом федерации или там председателем президиума и тому подобное. Вот, поэтому вот, ну и, соответственно, экипировка по олимпийским видам спорта, она уже давно не прижилась. Вот были попытки в том же, например, плавании, да, то есть включили гидрокостюмы, одна олимпиада прошла, все, их убрали нафиг, потому что сразу пошли рекорды, потому что гидрокостюм повышает плавучесть, вот, и это раз. То есть за счет упругого компонента дает небольшое ускорение, поэтому сразу все рекорды посыпались. И хотелось бы, кстати, еще напомнить, точнее, мне тут напомнили, что у нас есть отдельное условие для школьников или студентов. Вот. Поэтому заходим к нам на сайт, пишем на электронку, нашу на электронную почту, вам ответят, проконсультируют, вот, что да как, на каких условиях. Вот. Далее по вопросам. Так, по времени у нас еще. Давайте 2 минуты ответ на вопрос еще у нас осталось. Сколько вот успеем? Нужно ли сжимать гриф при жиме лежа? Нет, сжимать гриф не нужно. Вот, потому что, опять же, как всегда говорю, про энергозатраты. Чем больше мы тратим энергию на ненужное, вот, соответственно, тем меньше мы пожмем, если речь идет о жиме. То есть также, например, когда мы акцентируемся, например, на хвате в тяге, соответственно, сама тяга у нас страдает, как движение в целом. Вот если мы будем еще сжимать гриф в жиме, нахрена его сжимать, непонятно, то, соответственно, мы делаем лишние энергозатраты, вот, и, соответственно, жим у нас будет меньше. То есть это как, например, подключить к одной батарейке 10 лампочек, там, или, например, одну лампочку. Какая лампочка будет гореть ярче? То есть то же самое мы должны сосредотачиваться, то есть концентрироваться на тех мышечных группах, которые должны включаться в работу. Как исправить завал коленей вперед на приседе? Вот как раз я говорил, больше, если, вот, если прям ярко выражен этот завал коленей вперед, тогда нужно больше работы тазом назад. То есть колени разводить в стороны, это как вариант, потому что, как правило, если колени летят вперед, то они просто параллельно бедра друг к другу летят вперед. То есть колени не развернуты в стороны. Вот, и больше садиться тазом назад. И как-то возникает ситуация с коленями вперед при боязни наклонить спину. Вот, то есть наклон спины, то есть наклона спины бояться не нужно. Сарыч, я так не думаю, да, это надо по поводу сжимания. Да у Сарыча такой хват, блин, что мне кажется, если он сжимал бы, реально сильно сжимал бы гриф в жиме, то он бы его просто, блин, сплющил. Вот. Так если, например, опять же, да, вот ситуация, да, например, приводит там пример спортсмена, а вот он так говорит, что делает, еще что-то. Всегда должно быть объяснение. Вот. То, что ты так делаешь и жмешь 335, это не объяснение. Вот. То есть должно быть научное подтверждение, какое-то теоретическое, какое-то обоснование. Вот. Когда вот я его услышу и, соответственно, соглашусь с ним, тогда я, да, извинюсь и скажу пардон, сказал хуйню, сжимать нужно. Но пока что все говорит о том, что сжимать не нужно. По крайней мере, сильно сжимать. Понятно, что прижимать просто так и расслабить, это фигня полная, потому что сжатием, то есть мы
Сейчас я регулирую завал кисти, то есть мы не даем туда ее увести, кисть, соответственно, будет на пальце стремиться штангу увести, укатиться. Вот, то есть прижимать мы ее в любом случае должны, но зажимать со всей силы мы точно не должны. То есть должно быть положение, вот мы сжали и статично, получается, держим. Так, какое-то утешение в софт экипировке, жимы 400 плюс, сшитые бинта для приседа. Ну, это не сшитые бинты для приседа. Это раньше, то есть слинги начинались, реально слиншот эта фирма. То есть, да, вот реально там были, сшивались бинты. Вот, а теперь все как-то цельно сделано. Ну, никак я не отношусь реально. Вот, то есть в альтернативе это сделано с целью, все само собой понятно, больше привлечения спортсменов, тем самым больше сбор стартовых взносов и тем самым, соответственно, большего заработка. Вот. А просто быть чемпионом мира по софт-экипировке, ну, кроме в России-то больше нигде нет. Американцы, когда узнали, они угорали над этим. Как-то, ну не знаю, ну прям серьезно относиться к этому. Ну и так уже в альтернативе, блин, этих чемпионов, блин, что куда ни плюнь, блин, не знаю, где там любой там сосед, там, не знаю, или там, ну реально сосед, блин. Вот, или там друг, одноклассник, блин, куда ни плюнь, и все чемпионы мира, блин. Ну вот там один там ВПЦ, другой ВПА, и блин, в разных федерациях, и никто там, и все в одной категории, но никто не пересекался друг с другом. Так, и давайте последний вопрос. Уже 5 минут прошло, а не 2 минуты. Юрий, правильно ли я понимаю, если бедра длинные, то приседать надо однозначно с высоким грифом. И при этом делать так, чтобы проекция штанги была примерно посередине бедра. Это нет, что за фигня? При низком грифе у меня наклон. Наклон больше и с углом проблемы. А в самом движении. Так, это Богдан Литвин пишет. Бедро длинное или вообще ноги длинные? То есть это очень важный факт. То есть если у тебя вообще, то есть длинные ноги и корпус короткий, то можно приседать. То есть, ну, а длина голени и длина бедра, получается, они равны. Вот. То можно приседать там с положением на остях лопатки. То есть, если у тебя голень укорочена по отношению к бедру, то есть она голень короче, чем бедро, и штангетки не компенсируют это, то есть это ярко выражено, тогда да, лучше ставить высоко на трапецию. Как раз и получается идет проблема с доседом. Вот, и этого не будет чрезмерного, получается, чрезмерного завала спины. Ну, итак, друзья, наш вебинар подошел к концу. Всем пока!